Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Внутренний мир владельца этого имени очень скрываемый, но слишком богатый, поэтому не стоит думать, что молчание означает недоразвитость. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Иногда они чересчур беспардонны. Эти люди услужливые, заботливые, домоседы с огромным чувством ответственности за судьбу близких, чуткие, полные тепла, уравновешенные. Эти люди создают вокруг себя благожелательную, спокойную атмосферу. Главные качества этой личности – любвеобильность, романтичность, сентиментальность, душевная щедрость, тяга к прекрасному. Буква «Ж» придает людям стремление к значимости и придает страстности. Владельцы этого имени часто обладают непростым характером самовлюбленность и эгоистичность. У них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. Эти люди преисполнены доброты, понимания, чуткости, милосердия, а прежде всего любви. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Легкий флирт и романтическая дружба – это предел, на что они могут пойти в ущерб теплу семейного очага. Из негативных качеств можно назвать повышенную тревожность, часто беспокоиться из-за пустяков. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Способность растворяться без остатка в объекте своего поклонения – это их сила и слабость одновременно. Ради любви они готовы на все. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.